килограмм белорусской каташки. Значит, там есть какой-то лейтмотив цветовой. Непонятный, чудной. Да. Значит, возьмем белильца, возьмем голубильца, розовильца, будет темный цвет. Сиреневатый темный. Плюс коричневый. Будет совсем темный. Ну такой серебристый, мглистый. Ты возьмешь тряпку, после того, как замешала этот цвет, сделаешь фигушку. И фигушкой тряпки начнешь набирать на холсте вот эту темнятину. Количество краски будешь задействовать примерно вот такое. Напачкаешь, напачкаешь, напачкаешь. Сейчас. Вот такими достаточно суховатенькими порциями краски, но рисовательно. Ты видишь, это штрихи. Это то, что узнается в живописи, да? Штрих. Потом чуть подбеливаешь, набрасываешь только фоновое пятно. Только фоновое пятно, да. Подбеливаешь и идешь к краям уже чуть светло. Вот совсем продресь нас не интересует. Хотя там есть ощущение вот такой продреси. Немножечко где-то ее можно оставить. Накидываешь, накидываешь, накидываешь. Там еще бирюзовый участник. Ты и его тоже поддавишь. А, вот. Бирюзовенький участничек. Да. Им тоже подыграешь слегка. Он там все попачкал, этот бирюзовый, да? Им чуть-чуть. Накидаешь достаточно суховатенькое настроение. Потом возьмешь мастихин. Создашь настроение этих линий и рисунка. И рисунка. Вот так вырезая. Будешь держать мастихин, палец туда, палец оттуда. Рабочая часть на нас. И как ногтем вырежешь основные силуэты, которые мы и будем складывать. Угу. То есть и листики вырежутся. Смотри, да. А потом будет краской добавить. А потом уже будем наполнять краской. Да. Ну, хорошо, понашвыряла все. А что, заплатили? Ну, в смысле, дорисовать. Там же еще есть. Я сейчас на краску. Вот. Да нет. Цветков там больше. Добавить цветок. Нормально все. Укладываешь. Может быть чуть крупнее. Может быть чуть крупнее. На ядерном боеголовке. Согласен? Ну хорошо, да. Убираю. Будет красивее. Так, периодически пальцем. Коричневый, розовый. Голубой. Будешь дополнять темноту, но не густо. Вот так. Вот так. И тоже продолжаешь допачкивать какие-то места. Вот оно, вот оно. Все время используешь идею штриха, потому что идея штриха художественна сама по себе. Все время подштриховываешь. Немножко начнешь идею рисунка и тоже пальцем, подбрасывая идейку листьев и веточек. Зеленотики наши тоже там-сям немножечко подпустишь. И тоже штриховательно. Хорошо? Клик, ну. Раз. Мера краски небольшая. Будет моделироваться. Если будет много краски, будет трудно моделироваться, чтобы палец не скользил по поверхности. Вот так вот может так вот. Лежачий средний палец прекрасно укладывает эти вещи. Если надо, и это подтерло, и в это место уточнило, допустим, с желтотой. Посмотри, как она. Воздушно, дымчато. Правда? Идеально.
Хорошо? Угу. Очень хорошие пятна, очень хорошо понаштриховала. Давай, в таком ключе. И темнятинкой, допустим, чуть-чуть подчертила. Угу. Хорошо? Чтобы глубокости угу. эти все время сохранялись. Угу. Вот эти. Вот. Ну, понятно, что в цвете ты сейчас что-то вкусненькое понакидаешь. Это понятно. Я даже не знаю, что тебе сказать. Пока все хорошо. Может быть, усилить плотность краски вот в таких местах. Сейчас мы возьмем, наверное, тоже. Да, мне тоже другую краску я хотела. Чуть усилить цвет, нарядность цвета. Меру краски соблюдаешь, все очень культурно и хорошо. Если, опять же, если сопротивляется какое-то пятно, подтерла и уже туда вложила нужную тональность, нужную цветность, более, допустим, яркую. То есть уплотнить, унаряднить. Может быть, периодически помогай и вот этим. Mm-hmm. Чуть-чуть помогай вот так поступить. Хорошо? Mm-hmm. Потом подкрасим уже кистью. Mm-hmm. Такие звучики, как вышедшие оттуда, пока пальцем. Mm-hmm. И сами тычиночки тоже пока пальцы. Потом, если что, дополним. Хорошие, очень убедительные звуки эти. Может быть, где-то уже более плотной краской, более светло. А так все идеально. Давай. А, это у нас не совсем то. Зачистим палитрочку, приготовим для чистых цветиков. И некоторым местам дадим густую красочку и плотную. Раздавливая, создавая идею еще и жилочек. То есть сюда тюкнулся свет, и мы это показываем. Раздавливаем. Такой глянец происходит, а-ля именно лепесток. Оно, да? И розовости какие-то тоже. Подрезание – нормальное явление. То есть пользуемся этим способом. То есть не все подряд. А вот так где-то подсунуть вот такой яркости. Вот по ощущениям действительно лепестковость, правда? Не обязательно всем, но лепесткам, ну вот части дать это настроение. Вот эти глянцы частично пальчиком можно успокаивать.
густятинкой красочки чуть-чуть, густятинкой. Голубой, синий, розовый. Розовый себе вызови потом. Где-то вот эту глуховатую темноту подсунешь. Но идею этих конструкций подсохранишь. То есть глуховатую темноту подсунешь. Сильную такую, активную, глухую темноту. Есть еще вот такие проявления фактуры. Могут прозвучать. Это можно делать по сухому, допустим, наждачкой. Можно делать по сырой краске. Вытирателем. Хорошие звуки, да? То есть их можно тоже чуть-чуть где-то под такой фресковый характер. То есть еще одна фактура, если появится, будет тоже здорово. Так, вот даже можно, смотри, например, взять и обобщенно, а потом раз и лепесток, и все. Поняла юмор. Значит, вот таких глянцев, вот таких баловнятин и немножечко потом еще листиков, да и все. А, вот здесь это красиво звучит, а в цветочках чуть не хватает. Ты же красоты, точно, не хватает красоты. Есть как бы акцентные. Причем еще и по краям. Вот я говорю, что мы краями чуть-чуть потом особенно займемся. И там именно в краях вот эти жесткости, которые чередуются вот с этими мягкостями, вместе создают красивенькое. Да. То есть чуть-чуть вот таких акцентных краев. Краев не хватало. Посмотри, вот смотри, вот сейчас здесь края появились, а там нет. И вот только этого и не хватало. Но обязательно не везде. Так что в одном месте мигнуло, в другом не мигнуло. Так, и лепесточки, чтоб может быть более цельный характер и немножко теплости. Цвета кое-где вот такого цвета. Согласна? Чуть-чуть.
Но в целом, конечно, очень хорошо. Ну, вот сейчас края немножко обрисующие сейчас. Может быть, немножко оранжевости под сумочку. Вот такой вот. Аж вот такой. Аж розовый, оранжевости. Так, чтобы не повреждать все, чуть-чуть. Ну, ты подкинула, я смотрю. Смотри, в этом месте он прямо соединил с фоновым, не с фоновым, а с краем формата, и это тоже хороший ход. Получается, здесь сверху как бы заполнено, но здесь как-то... То есть мы сразу видим, как фрагментальное это. Вот сразу, как соединилось, стало лучше, да? То, что что-то не хватало. А что тут? У тебя там нет света и тени. У него что, есть теневая часть и световая. У тебя и на свету, и в тени одинаковой силы звуки. А если их разделить. Ну, такое что-то. Смотри, сколько у нас элементов было, да, интересно? И так мы, и сяк, столько мне технических. Ой, хорошо, полюблено. Ой, как полюблено. Молочага. Вот, может быть, чуть-чуть не хватает сиятельного. Сиятельно, а то оно уперлось как. А вот здесь нам как раз свет такой и не нужен. Это периферия картины. Вот здесь пусть будет. А там потише. Помнишь, как я там просто даже растер вместе с фоном? Это хороший пусть. Молочага.